На Ринмаре стартовал региональный этап всероссийских соревнований по мини-футболу. Команда-победитель получит возможность защищать Ненецкий округ в Санкт-Петербурге на финале Северо-Запада. Соревнования проходят в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол в школу». За звание лучших игроков мини-футбола в регионе вызвались бороться 18 сборных команд школ Наринмара, Тельвиски и Ненецкой школы-интерната имени Пырерки. Эти команды стали победителями в отборочных этапах в школах и на муниципальном уровне. В каждой возрастной группе будет определена команда-победитель, которая поедет на всероссийский этап соревнований в Северную столицу. Первая поездка для самых младших футболистов. Она запланирована на 2 февраля. Участие спортсменов на всероссийских соревнованиях – это более 700 тысяч рублей. Финансируется государственной программой Ненецкого округа по развитию спорта. По словам Игоря Кошина, в ближайшее время в городе появится спортивный центр, который даст новые возможности для мини-футболистов. Такое решение было принято на Совете по развитию спорта в Ненецком округе в прошлом году. Как уточнил председатель Совета Игорь Шевелев, новый многопрофильный объект с бассейном, залами для тяжелой атлетики, единоборств и универсальными игровыми площадками будет строиться в районе Старый аэропорт по улице Светлая.